Фига. А что? Я не видел никогда, что ли? Не, ну я знаешь, такие стедикамы есть и так далее. А это просто такая какая-то миниатюрная. Да. Вот ничего себе, обалдеть. Спасибо. Искры летят. Хорошо.
Так. Говори, 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 говори. Здравствуйте. Здравствуйте. Я забыл. Вот ваша упаковочка. А здесь все, да? Да. А, хорошо. Начали уже делать. Да, спасибо большое. Так оперативно привезли, даже не ожидал. Угу. Вечером я вообще обалдел, на самом деле. Вот спасибо большое, да. До свидания. Я говорю, вы водку пробовали, нет? А? Водку пробовали? Да, обед. Ну еще. Водка нормальная или нет? А Жот говорит, что чуть голова болит, а мне нет. От водки, что ли? Да. Я сейчас попробую, тебе точно скажу. Извини, конечно, за наглость. Это самые хорошие кадры. Да. Thank you.
ночь. Да, 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 да. Я потом понял. А, есть уже. Папа, урну. Урма, урма. Урма, урма. Урма, урма. Мурат, а оно не так ставиться будет. Девять дней строили. Ну он такой. Трех поросят по дешняку. Да, да. Потому что
все потом уходит. И горбушку эту срежу, вот это вот все. Ну, немножко подрежу, чтобы поровнее было. Здравствуйте. Посмотрите, а сколько всего осталось в вагонке, вот, которую я покупаю? Когда остаток собираю, по-моему. Вообще ничего не осталось, сейчас даже еще пачки не было. Не вам писал. Ой, слушайте, там... Я забыл совершенно. Сергей его зовут, да? Да, да, да. О, зайди сейчас, секунду. Спасибо большое. Все, спасибо, до свидания. Ага, вот так, вот, спасибо. Это 2,70? Да, 2,70. Ага.
глазами веду. Соответствует? Да, конечно, да, соответствует. Кошмар какой. Кошмар. Чёртова дерьмовая Россия. Ай, вы знаете, мне нужна одна пачка вагонки, 2 метра 10 сантиметров, Б-класс. И все. И хватило. Так, вот моя карточка. Так, вагонка 2,10, Б-класс. Одну упаковку? Да, одну упаковку. $715. Да вот, черт возьми, в машине навалом. Я могу дать 750. Да, нет. Не надо, да? Хорошо. Пожалуйста, 285, да, эти секции можно хорошо собрать. Да. Спасибо. Пожалуйста, спасибо. Да, взаимно. Мещерились, пипич. Гоблины.
ажур. Покупаю такое говно. Ужас. Ужас. Так. Сетка нужна. Блин. Это гребаная сетка. Здрасте. О, 60 рублей. Самое дешевое. Знаете, я однажды купил герметик, он был засохший. Чисто теоретически, его можно вернуть? Ну, если вдруг засох. Это было 10 лет назад, на всю жизнь запомнил. Я был так расстроен, что... 10 лет назад? Да, в Вимосе, 10, ну, может, больше, не знаю, может, 15 лет назад. Теоретически, вот на всю жизнь запомнил, почему такой осадок остался. А мне надо было замазать, а он не мажется, он не выдавливается, он дубовый был внутри. Так, герметик, да, а где он, кстати? Подождите, а где тебе герметик-то? А, вот он, я его не вижу, он за бортиком. Думаю, под герметик поговорим, вообще лишили меня, чтобы не выступал. Думаю, нет, лучше не продавать ему вообще. 483 рубля. Так. Карта наличная, карта. Нет, карточка. Месье, в каком ангаре вагонка? Не знаете? О, спасибо. Можно пройти? А, оно закрыто. Мерси. Так, лонгонка. 2.40. Сорт Б, 2.10. Вот оно. Говно. Доброе утро. Здравствуйте.
Угу, мерси.